don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to. Нам нужно на моем компьютере правой кнопкой мыши включить центр обновления Windows 7 навсегда, чтобы он вам больше, как говорится, не надоедал. Итак, нам нужно на моем компьютере правой кнопкой мыши нажать кнопочку управления, открыть службы приложения и открыть службы. Нам нужно опуститься в конец списка служб и найти центр обновления Windows. Нажать на нем, и слева появится у нас такой подпунктики такие: остановить службу. Нажимаем остановить. Служба у нас останавливается. И нажимаем два раза на службе центр обновления Windows. Тип запуска у нас стоит автоматически. Нам нужно перейти в положение отключена и нажать кнопочку применить. Нажать ОК и все. Теперь данный способ вам поможет избавиться от надоедливого центра обновления.